Один на Б. Один на Б идет через банан. Блядь. Один банановый пидор. Второй не знаю где. Буду смотреть, центр есть мид. Да-да-да, стой, стой. И не режь ты меня, у меня 65 хп. А чё ты АФК шишаешь? У меня 5 хп, ясно. Прости, я в голову. Ой, это косой. Почувствуй, когда минус 1. Миштяк, а? У тебя, кстати... Там еще один килл до кика. Рано еще кик. Кирилл, я тебе понял, привет. Не, пацаны, бывает. Монарх. Брат за брата же. Сейчас я музыку выключу. Я испугался. Сам себя обманул. Лишь. Закрыли, запломбировали дверь. Подождите, подождите, смог. Не надо там раскидывать говно бесполезное. Смог улетел. Смог падает, идем в сигарет. Пошли, пошли. Девятка стоит! Понятно. Стоп, стоп. Да алло, я ставлю. Мы пока прострелили с этого. О, господи! По фанте еще чмо русское. Руку больно ударил. В мейне стоит чувак. Погоди, кто? А? Хевена хотя. Ну 9 это хевен, да. Смотри, у нас лет ничего сверху. Ты умеешь так кидать? Какого хакера у тебя? Я же с расплюзочки могу с АВП попасть, я же читер на 9 класс. Вот молодец, минус 4 дал. Вот хороший парень. Я патруль. Чатик посмотри. Дроп, 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 дроп! Исчезло. Я чё там? Я выстрелил. Чё, парень, вообще не играете, что ли? Алло! Блин, Юр, ты даун? Что? У нас как бы закуп. Ты армор купил? Зачем? Зачем? Тихлон бесполезного ублюдина! В девятке бомж. Ставлю под мейн. Мейн, посмотри, зеленый мейн! Да что ты такой бесполезный-то? Хорошо. Я не знаю, они серьезные или он шутит? Винстон Черчилль не шутит. Ой, я даун. На, Галил, надо! Галил, дай! Давайте слейтесь еще все. Изи галечка! У меня это триггер, пацаны. Триггер. А давайте возьмем эту игру. Обосцы мы прям. Гадости наговорим в конце игры. Хорошо. Да даже если не возьмем, наговорим. Девятое облако. О, нормально. Ну рамплей не побежали, пацаны, помоги. Я не знаю, где это стоит. Я схожу, Данил. Я не знаю. Один в скрипе стоит, вместо того, что я нажимаю левый клик, у меня глушитель начинает сниматься. Блин, Юра, русский молотовки. Давай с одной точки зайдем, а не точно. Юра. Чё? Вот у меня задонишь 70 рубасов, а я тебе наклейку куплю. Заткни свою пасть, 70 рубасов. Зачем ты наклейки? Кстати, Юра, опасно. Прицел возьми. Опа. Оп, где? Это бомбочка, я... бомба на рампах выпала. Как там этот дебил-то даун русский сказал? Первек или еще там? Да. Чужие русские бомжи. Пустые какое, они вроде взяли. Юра! Ты же смотрел вент, алло. Мне не видно его. Хорош, еще один, твой. Да пробежал уже давно русский.
Ладно, Юр, нормально. Красава. Слышишь? Ты, по-моему, попал по нему. Он свердил. А ты мне купишь что-нибудь приятное? Ты дал! Че ты закупаешь? Ты говно свое купил у меня. Юр, не надо, там скаут прыгает. Я крышу поднимаю, смотрите. Я разломлю на две половины просто. Райзик, быстрее беги, они в спину не смотрят. Вообще дауны, да? Да. Только возьми девайс получше. Да я с этим могу. У него перезарядка. Спрятался пацан. Мы выигрываем игры, потому что мы... Господи, сенса непривычные. Так бы 360 дал. Юр, где последняя инфа есть? А я только думаю... я смогу такую же хэшку, как ты кипнуть. Это тактическая, чтобы она вниз залетала. Почему? Если тут, то вы берите на зарядку, она падает прямо вот сюда. Минус 80 обеспечить. У нас на этом, на базе. Тебе подсобить, Олег? Есть АУП. Где? Пойдем, пойдем, пойдем. Это Б или А? Это А, скорее всего. Просто как-то вы там плотно сидите, а не заплейт. Лосандер! Дайте я его убью! Сон, сзади Авик, сзади Авик, сзади Авик. Где Авик? Шот. Два, да. Сзади Авик. 24. Так, извини, говорю, если не убью, то забирай. Вот нахер ты шел-то на него, я... 4 мемес, пацана. Мувики калашей, это печально. Я просто стрелся в последний мувик, я больше никогда не буду это делать. Пока не поднимусь на Суприм хотя бы. Ну или этот, Бэпом. Это Бэп, перед лобором. Это прям Бэп. Жесткий Бэт. Один калаш. Ай, блин. А. Выходь. О, блин, пацаны, сори. Янчик. Я его так называю, и мои друзья его так называют. Ну что, че? Кавар, ходи. Ну, тебя убили, по-моему, блядь. Двое мида. Что, еще один. А, убил обоих. Вы видели, что я сделал сейчас? Как ты это сделал? Не знаю, в дым настрелял просто. Блядь! Вы только попробуйте этот раунд слить, я типа слишком старался. Лас Ян. Ну что? Нормас. Один апартамент. А, нет, Сэмку, он идет, слышь, не сзади. Один апартаменты, а привет. Сколько раз говорить? Привет. Может, я ему дай мне. Блять, а где он? Красава, казах. Сейчас сольемся на. Мобу, хорош, у него камни там обычно. Просто, реально, на бэке дай смоки и жди, пока они начнут выходить у них. Они начнут выходить, потому что они могут. О, на окошко вылетело. Я, короче, сейчас пацана на просто первый пуля был. It's A! Это ВП было, что ли? Это А. Умеется, блядь. Давай было возле дельпана. Рип. Ну к тому, что она на самом деле стоит дороже. Да, конечно, они разные бывают. А чё они такие жесткие? Мы их раскидали. Хуя они жесткие. Да, как ниндзя. Как Криц Геамзеры. Найс. Минус 3. Сзади. Говорим, сейчас он выйдет, его убьют. Я же говорю, на улице. Знаешь, за КТ, когда с КТ на мид смог закидывают. Да. Его сзади уже убьют сейчас. Это страшно. Глубок. Меня зовут Кирилл, я стилю эй. Вообще, ты только троих убил. Я три раза посмотрел туда, я увидел там 4 скелета. И я увидел. Нет, черепа. 4 скелета. Так тебе и надо, чмо. Я вообще-то стараюсь сделать эйсы, в отличие от тебя. Блять, спас, брат. Лестница, да,
еще трое. Вот Олег, только своих товарищей подставлять можешь. Спецом вперед отправил, чтобы он умер, а ты жив остался. И сам умер потом, как аутист. Ну, это вряд ли бы. Ковры, смотрите. Ковры. По-моему, есть. Дикой на Б. Нет, не ковры, пит, ёбак. На трон пропрыгнул. Пошел нахуй, это тоник мне, блять, не повезло. Ковры да, есть, минус 89, найс. Убил. Один на метр. Убил. Блять. Блять, пошел нахуй. Я помогу тебе. Блять, пацаны, минус 3, ёбнул. Ой, Илья, блять, Илья, скажи. Пошел нахуй, минус 3. Пидорас ебаный. Да. Собака подпевать начинала уже. Блять, и кто? Банит на аватарке у Реквайн Зеда. Это мой отец. Список и Гекку. Иди отсюда! Тебе здесь не рады. Антон, мне кажется, ты можешь говорить голосом Жириновского. Попробуй. Доллар, доллар, грязная бумажка. Нет, нет. Было похоже. Заткнись, Антон! Ну я АФК на 15 минут. Тох, ты со мной? О, блядь, Тох, пошли вместе это по телефону побазарим, блядь, в отдельных комнатах. Оставь долбоебов, пусть 3 на 5 играют.